Руслан Михайлович, вот Киев, город, в котором коммунальные тарифы были не самые высокие в стране. Тем не менее, учитывая циклические цены, многим людям просто вообще не хватает денег на оплату коммуналки. Вот объясните, пожалуйста, почему растут тарифы и считаете ли вы их экономически обоснованными? Спасибо большое. От тарифа на жилье или тарифы на тепло, или тарифы на воду? Ну, на коммуналку в том случае, на жилье. Ну, на жилье, на самом деле, в Киеве уже утвержден экономически обоснованный тариф, который, вот, последнее поднятие, это было экономически обоснованный тариф. Учитывая объем самого города Киева, если сравнивать с другими городами по опыту работы в министерстве, я как бы хочу сказать, что все равно в городе Киеве тарифы относительно ниже, ну, нежели там, например, в том же там Никополе, там, в Днепропетровской области или в той же Львовской области. И это есть факт. Да? Второе, я четко понимаю, что необходимо все-таки переходить в общество совладельцев многоквартирных домов. И опять же, как показывает опыт других городов, там и той же Донецкой области, и той же Львовской области, вот есть полное сопоставление даже в одном городе, где тариф абсолютно спокойным становится там, даже до тех же 2 гривен, в котором создано ОСББ, они абсолютно спокойно ремонтируют свое жилье и живут. Здесь, знаете, здесь есть такой вот менталитет людей, вот как бы скажу, как сам житель многоквартирного дома, да, вот если люди, они не в состоянии даже организоваться в части там дополнительной, там, скажем, консьержа, или там поставить даже тот же самый дверь входную даже в подъезд, да, то о каком ОСМД или о каком дальнейшем коллективном содержании дома можно говорить, если у людей есть менталитет того, что вот окна это уже в квартире. Ну, некоторые люди даже иногда задают вопрос: у меня приватизированная квартира, но почему мне ЖЭК не меняет окна? Поэтому вот так вот. Относительно уровня и высоты тарифов, если взять, конечно, ну, можно приводить сравнение там с Европейским Союзом, но абсолютно четко понятно, что наши доходы людей, они и уровень тарифа у них выше, и уровень доходов наших людей ниже, нежели там, в среднем в Европейском Союзе. Но тем не менее, я бы сказал так, что если взять сегодняшний доход гражданина официальный, то абсолютно спокойно можно пойти и получить субсидию. Но этого же никто не хочет делать, или большинство не хочет делать. Поэтому есть 2 варианта. Первый – это ОСМД в части уменьшения, и второй вариант – это оформление субсидий. А тарифы на именно жилищные на коммуналку, я считаю, что на сегодняшний день они экономически обоснованы, не установлены. И в принципе, если не будет никаких инфляционных процессов, а их не намечается, да, то в принципе они будут также дальше и оставаться.